приехали. Друзья, добрый день. Сейчас мы приехали на новый горняк. Мы уже здесь были, ну, огромный поселок. И, естественно, не всех людей мы смогли всем людям помочь. Вот сейчас вот часть продуктовых наборов в нашей машине, потом мы поедем в Александровку, там пострадал дом, разрушен, надо помочь тоже людям. Вот остальные наборы. Здесь. Скажите, ребят, а как обстановка здесь сейчас? Сильно стреляют? Да. Покажи выборы. Когда уже двое? Ребята, ну уже сильно. Ну это не к нам, это есть для этого политики, военные. А мы что можем, то и делаем. Вот помогаем людям. Андрюш, покажи выборы. Вот в такой обстановке проходят выборы. Да. Вот, приезжают с выездными урнами, вот, и проводят выборы. Голосование. Здравствуйте. Да, здрасте, здрасте. Кто еще не проголосовал? Подходим. То есть оно все в одном месте получается. И война, и выборы, и помощь продуктовая, и обстрелы, да. Ну сейчас на данный момент очень и очень радует то, что спокойно, пока не стреляют. Да, это здесь. Мы попали удачно. Да. Кстати, это мэрс. Вот, пошли покажем. Это наш мэрс, который мы разнесли движок в хлам, когда я травмировалась. Вот уже бодрый, веселый. Да. Вот, о, Татьяна Николаевна уже сама открыла. Наш движочек. Да, поставили движочек. Практически новенький, можно сказать. Вот, нам его, можно сказать, подарили. Да. Вернее, как, мы его сперва купили, а потом человек, который нам его продал... Это Мария, которая нам дала мэрс, она и возместила... Да, и движок нам окупила, и мы это инвестировали в деток, вот в 10-ю группу деток. И благодаря этому еще и 11-ю соберем. Так что мэрс опять как новенький. Вон, смотрите, детки какие тут живут. Тихий ужас. Так и живем. Так что я уже целенькая, и мэрс целенький. Это не может не радовать. Да, почти так, знаешь. Ну, одинаково. Да, он слегка еще... Да. Ну, где-то. В целом и в общем жизнь продолжается. Вот так. Ну вот. Мы все выгрузили. Огромное спасибо, ребята, всем, кто участвует. Огромное спасибо фирме «Август». Фирма «Август» лучшая, потому что в такой упаковке это самые удобные продуктовые наборы. Да, огромное спасибо фирме «Август». Спасибо, ребята, всем. Повернитесь хоть ваше. Низкий вам поклон за все, что вы делаете. Спасибо и вам, что вы нас не забываете. Мы за вас очень переживаем. Вы аккуратнее, когда едете по горячим точкам, пожалуйста. Мы очень переживаем, что мы без вас будем делать. Привет, передавайте. Все будет хорошо. Будь добру. Да, аккуратнее. Будь добру.